Вівторок, 21:45, і знов з вами програма «Вперед, Миколаїв». 3 вересня на центральному міському стадіоні муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зіграв свій черговий матч у розіграші першої ліги українського футболу. У гості до «Миколаєва» завітала дуже сильна команда «Оболонь Бровар» з міста Київ. Репортаж про цей поєдинок дивіться далі. После победного матча в Полтаве тренерский штаб решил, что от добра добра не ищут, и на матч с очень сильной командой «Оболонь Бровар» выставил абсолютно идентичный состав. Чумак в воротах, Булычев, Павлов, связка центрбеков, вновь на правом фланге обороны Кошелюк, слева в обороне Сартина. Два опорных полузащитника Момот Бессалов, атакующие полузащитники Муховиков, Саркисян, Рогозинский, номинальный форвард Берко. Начало игры показало, что матч будет очень напряженным. Команды боролись на каждом участке поля, и было видно, что обороне соперники уделяли максимум внимания. Что касается действий команд в атаке, то первый перспективный момент создали корабелы. Рогозинский здорово обыграл оппонента и, пробежав несколько метров, отдал на Берко. Виктор вошел в штрафную площадку, качнул защитников и пробил. Не сильно и прямо в руки Поштаренко. На 21-й минуте Николаев разыграл опасный штрафной. Муховиков не стал навешивать штрафную, а отдал на Кошелюка. Тот прострелил во вратарскую, а Константин Коваленко едва не срезал мяч в собственные ворота. 28-я минута. Еще момент у Берко. Рогозинский и Сартина поборолись за мяч на левом фланге, и тот в итоге оказался у Сартины. Дмитрий точно в штрафную на Берко. Наш форвард первым касанием обработал мяч, а вторым пробил в дальний угол. Поштаренко с трудом, но справился с этим ударом. Как и в каждом матче, у Берко есть шанс забить со стандарта. На 34-й минуте штрафной метров 40 от ворот. Виктор пробил, мяч просвистел над перекладиной. Как вы видите, напряжение у ворот Оболони периодически возникало, но можно ли эти моменты назвать стопроцентными? А вот у Оболони такой стопроцентный шанс был. Практически под занавес первого тайма Гордейчук по флангу отправил в прорыв Илью Коваленко, а тот точным пасом нашел в штрафной Антона Шевчука. Шевчук метров с 11 пробивал верхний угол, немного не точно. Напряженный первый тайм, который закончился без забитых мячей. После перерыва на поле у Корабелов появились Батюшин и новичок команды нападающий Шаврин. В середине тайма тренерский штаб бросил в бой еще и Андрея Ковалева. И эти замены действительно добавили мощи атакующим действиям нашей команды. На 62-й минуте Кошелюк диагональ в штрафную, там Шаврин борется с защитниками, и так получается, что мяч отскочил к Батюшину. Юрий решил пробить с лета, но в створ не попал. Далее, вплоть до последней 10 минутки, на поле равная игра, а вот в последней фазе поединка как раз та самая агрессивность в атаке помогла МФК добыть победу. На 81-й минуте наши разыграли отличную комбинацию. Завершающий удар Ковалева Поштаренко парировал прямо в Валерия Рогозинского. Но Валерию изловчиться для точного удара не удалось. Слишком уж неожиданно для него отскочил мяч. Через несколько минут Батюшин отлично в штрафную, где Берко, грамотно выбрав позицию, пробил под перекладину. Еще один сейв Поштаренко. Ну а на 88-й минуте усилия нашей команды были вознаграждены. Сартинов бросил аут, Батюшин, до конца поборовшись, отдавал мяч на набегающих партнеров, и полет мяча прервала рука защитника гостей Константина Коваленко. Пенальти. К мячу подходит Виктор Берко и очень хладнокровно забивает. 1-0. Этот гол приносит победу Николаеву, и команда делает отличный подарок не только болельщикам, но и Валерию Рогозинскому, у которого в этот день был день рождения. Прежде всего, поздравляем, Валерий, вас с днем рождения. Я думаю, что команда, ну и вы вместе с командой преподнесли себе такой хороший подарок в виде победы над сильным соперником. За счет чего сегодня удалось обыграть Оболонь? Ну, я думаю, прежде всего, за счет самоотдачи. Мы понимали, что тяжелая игра очень будет. Тренера нас настроили. В принципе, все пацаны полностью игре отдались, и я им благодарен за такой подарок, в принципе. Я думаю, это лучший подарок, что они могли мне сделать. Ну, а так, в принципе, Оболонь тоже хорошая команда. У нас просто потихоньку уже начинаем находить свою игру, потому что тяжелый период был, проиграли несколько игр подряд. Ну, сейчас собрались и думаем, что будем продолжать в том же духе. Ну, многие видят то, что на выезде команда играет чуть быстрее. Это связано все-таки с полем, то, что у нас действительно сложно даже техничным футболистам обрабатывать мяч. Да, это действительно так, потому что поле очень в тяжелом состоянии. То есть обработать мяч – это уже какая-то задача предстоит. Это очень тяжело. Ну, а на выезде поля покомфортнее, лучше намного. То есть мы можем играть скоростной футбол, и у нас это получается.
Ну, сейчас Ильичовец впереди, команда, которая идет без поражений, команда очень мощная. Как будете готовиться, как настраиваться? Ну, в принципе, мы уже с пацанами это обговаривали. Думаем, что зацепиться сможем. Постараемся, по крайней мере. И тем более они показывают, игру по футболу один будет. То есть это для нас мотивация, как-никак. Постараемся отобрать у них очки. Ну, мы будем все смотреть этот матч и болеть за вас. Спасибо за победу. Отличный матч нашей команды против очень сильного соперника и прекрасная работа тренерского штаба. Особых вопросов футболистам нету. Нет, потому что так получилось, наверное, что думали, что возьмем легко Оболонь, хотя я предупреждал, что будет тяжело. И нашим футболистам можно сказать только одно, что они делали неправильно. Мы просили навязать свою игру, а они подстроились под игру Оболони. Я думаю, что Оболонь, скорее всего, играла больше на разрушение. Ну, понятно, выездная игра от обороны. Где-то много фолов было, много сумбура. Оболонь постоянно прессинговала нас, не давали принимать мяч, разыгрывать. И все это у нас сегодня не получилось. Было несколько моментов, которые надо было забивать. Ну, я думаю, что самое главное, знаете, за что можно поблагодарить футболистов? За то, что они, когда уже было тяжело, и когда я видел, что тот же Барков уже даже бежать не мог, ну, спасибо им за мужской характер, за то, что они где-то перешагнули вот этот Рубикон, когда было очень тяжело, и все-таки дожали. Ну, я думаю, пенальти был чистый, шла передача с фланга Батюшина. Защитник играл, сыграл рукой, ну, умышленно, неумышленно, это уже такое дело. Ну, сыграл, если бы не его рука, мяч прилетел бы во вратарскую площадку. Ну, поэтому, ребята сделали сегодня болельщикам праздник. Поздравили Рогозинского с днем рождения. Хочу еще поблагодарить болельщиков, которые приходят на наши игры. Они сейчас стали платные, это для Николаева непривычно. Вот. Хотелось бы, чтобы эта группа, которая сидит там на горке, все-таки зашла в чашу стадиона. Я не думаю, что так дорого, чтобы спуститься. Или надо, может, там сделать маленький кусочек, оградить его, сделать обелещивание там на горке. Вот. Ну, это так, это шутка, да, ну, вот. Победили все-таки приятно, даже при том, что не получалось, но дожали хорошо. Третій м'яч Віктора Берко, третя перемога команди, а далі ми дивимось усі результати з сьомого туру та турнірну таблицю. Так же, как и Николаев, со счетом 1-0 Гелиос обыграл Ингулец, а Черкасский Днепр – Киевский Арсенал. Ильичовец разгромил Сумы со счетом 5-1. Нефтяник ФК Полтава – 3-1, Буковина Горняк Спорт – 2-0, Верес Скала – 2-1. Тернополь дома уступил Десне со счетом 0-2, а единственная ничья в этом туре была зафиксирована в матче Колос Авангард. Ильичовец продолжает идти без потерь и справедливо занимает первую строчку в турнирной таблице – 21 очко. Гелиос второй – 17 пунктов. На очко отстает от Гелиоса Верес. У Десны и Колоса по 14 пунктов в активе. Черкасский Днепр шестой – 13 очков. Седьмая Буковина – восьмой Нефтяник с 10 очками. Также по 10 баллов в активе у Оболони и у МФК Николаев. Но благодаря разнице мячей Оболонь находится на строчку выше. Далее команды идут плотной группой, а замыкает турнірну таблицу Тернополь, имея в активі всего лишь 1 бал. Що ж, як бачите, корабели потрохи підіймаються у верхню частину турнірної таблиці. І у наступному матчі із лідером чемпіонату Ільичівцем, який відбудеться 8 вересня у Маріуполі, ми побажаємо хлопцям здобути також позитивний результат і зробити подарунок усім миколаївцям на День міста. Адже вже 10 вересня ми разом з вами будемо святкувати День народження міста Миколаїв. Буде багато святкових заходів, і один з таких – це матч, футбольний матч на центральному міському стадіоні, де відомі миколаївці будуть грати з ФК «Маестро», зірки шоу-бізу України.
10 вересня Миколаїв святкує 227-й день народження. На вас чекають урочисте відкриття свята о 13-й на Адміральській. О 17-й на центральному міському стадіоні футбольна збірна відомих миколаївців зіграє матч з зірками української естради ФК «Маестро». А о 19-й на Соборній площі на вас чекає великий святковий концерт. Зіркові гості – Дмитро Бабак, Олександр Кривошапко, Вадим Олійник, Ярмак та інші артисти. Партнери заходу: Нібулон, Нікатера, Київстар, Термінал, Орексім, Фанчі. Ми запрошуємо вас у 17-й годині на центральний міський стадіон. Ми вітаємо місто Миколаїв з днем народження. Вболівайте за наших. Вперед, Миколаїв!